Второй матч мы 3-5-2 играем, жена. Там никуда становится-то. Да, на форварде я скидал состав в Роман. Я не видел, сорян. А, все, что. Так, супы готовы. Сейчас буду кидать инвайт. Супу готовы выхватывать одну сединик. Если что, бутяж забегает, я могу закидывать, если что. Окей. Бровки. Тогда я на скидке на 11 000, да? Ты имеешь в виду что? Ну, если фланговый забегать будет, то я под него откроюсь. Ну да, естественно. Центр, ну, на 11, 11-метровый, я имею в виду. Так, а чё, у Чехова нет сразу дискорда нашего? Так, они готовы. У нас все на позициях, да? Привет. Бань, Да, что, начинаем уже, нет? Да, сопы готовы. Все у нас, да, на позициях? Да, Да, все. все, я кидаю тогда. Давайте. Чуть аккуратнее начнем. Типа, крайне, да, сейчас особо без подключений. Мы, конечно, дома играем, но на домашнем коннекте. И постараемся сегодня попроще играть просто через центр. Нагружать опорку и цапов. И цапа. Без особых там каких-то хитростей. Нужно сегодня 3 очка набирать, конечно. Или 6. Ну, в этом матче 3. Так, у них вылет. Все, ты похуй. Так, все. Схему поменяю. Оставайтесь. Этой схемы. М? Этой схемы. Почему решил? Я думаю, нам так попроще будет. Чем в 3, да, сейчас с крайками. Первый матч так сыграем. Точно. Так, спиди вставай, они готовы. Так сказать, самая простая схема. Фи-фи. Для нас самое то. Так, я кинул, погнали. Смотрите, если они разводят, может быть заброс сразу, так что в защите не поднимайтесь особо высоко. Ну и в атаке смотрите второй темп тоже. И старайтесь атаки до ударов доводить. Это у нас вчера были подходы, но ударов особых не было. Погнали. Поехали. Главное, не убегайте друг от друга, просто в пасик играем. Подножки открывайтесь.
Вань. Можно на ход сразу вперед забегай форвард. Тут и жмем. Хорошо. Так, офсайд не разыграй, подожди. Сейчас мага подойдет. Ну и давай я подойду, окей. Давай по правому флангу я закину, забегайте ближе туда. Поехали. Блин, не добил до форварда, его потянул вообще назад, пиздец. Можно повыше их поджать. Фланги главное нанимать, смотрите. Сбегание особенно. Можно сразу по флангу. Хорошо. Хорош клин. Пиздец, пас. Нормально, тут зажмем их, давайте сразу ближних всех. Хорош, Никит. Правильно, нормально. Гол. Смотрите, забегание внимательно. Хорошо, подбор разберем. Хорошо. С ближними. Буду с тобой в центре. Сори, я магию что давал? Рискованно пошло. Ну, да, все нормально. Хорошо. Ладно, тут дожмем. Нормально, неплохо было. Бля. Будет выносить, скорее всего. А у меня правую на дауне. Офсайд. Сейчас все они должны высоко, по идее, выйти. Я подойду. Ну, опять либо по центру, либо по правому сбегайте. В общем, вся линия атаки сбегайте. Хорош, клин.
Бля, ну, сейчас бы. Хорошо. Хорош. Би-би-би, блядь. Я не понимаю. Да, скажем, похоже. Хорош. Что? Перерыв, блядь, там Рома убегал. Хорошо. Так, ну. Нам нужно. Ромшки. Чё? Ромшки это? Да, Модрич. Нет. Да, похоже. Похож. Сейчас не знаю, что сказать, блядь. Нам нужно... Мы вроде владеем-владеем, да, атаки мяч не доводим. Нам нужно либо, если мы флангом атакуем, сбегать уже под бутиша, либо под спиди в лицевую, там, и форвард, и цап. Ну да, забегайте, бить на спринте просто параллельно мне, ну максимально параллельно по линию прям забегайте. Не стойте, блядь, защитников. Вот по мячу забегаете, чтобы ну, на грани офсайда максимально. Как эта линия называется? Лицевая? Да, ну Все от нее забегайте. линия ворот забегать прям по прямой просто, потому что там будет дальше вкатывать и спиди тоже. Либо уже через второй темп тут по Этот ситуации. пас сложнее всего И выиграть. главное, смотрите, они забрасывают, когда из глубины линия защиты может прям сразу ниже садиться, когда они свободный мяч. Прямо сейчас будет заброс, так что чуть-чуть ниже сразу давайте. И подбор заберем. Нормально. Так, внимательно. У нас не так много высоких, так что СЗшники, смотрите игроков. Какая выиграет там? Хорош. Хорош. Бля, я думал, в ножку получится. Бля, заранее туда ушел. Стал туда, блин. Смотрите скидку внимательно сзади. Можешь вернуть? До удара доведите, главное. Пять. Неплохо было. Опять то же самое будет, скидка, смотрите. Ножку. Ты слышишь, да, как будто аж давай назад. Забегает, я заброшу. На, блин. Хорошо, хорошо было. Давайте дальше. Носкин. Роман, ты будешь штрафной, когда мяч уже прям на фланге, и тут все у нас. Хорошо.
Ой. Ебать. Хорош. Блядь, офсайд. Смотрите, за закидушку сейчас после розыгрыша могут назад откатить и закинуть, так что внимательнее. Уменьшать. Шут сам. Окей. По флангу. Можем. Хорошо, нет. Есть, Хорош. хорош. Роман, иди в штрафную. Пас. Блять. Прибрал. Сразу бы, да, без интернета. Бля, вообще не сразу. Зачем ты эту штуку сделал? Бля. Может. Нормально, что ж, давайте. Клудина давал уже. Хорошо. Хорош, Клудин. Хорош. Знаете, надо дожать их, забить. С удар сделаем какой-нибудь и залетит, уверен. Так, будь что ты вешаешь. Давай полукруг встаньте, СЗшники, так, и забегайте в штрафную, будете в зонах свободно. Куда? Давай на дальний полукруг на Никиту. Ну. Ну. Да, блядь, хорошо. Пиздец. Я же сказал, да, если еще удар будет гол. Ну, это момент плохо. Так, сейчас внимательно, последние минуты они закинут. Нам нужно сейчас подбор забрать после розыгрыша. И дальше просто не отдавать им мяч в идеале. То есть просто им повладеть оставшееся время. Хороший. Да, отлично, молодцы, пацаны. Что, блядь, за тот перекат вернулся. Даже легко. На победу мы наиграли, да. Молодцы. Я что-то перекат охуел, это, блин, нолик тапал раз тысячу. Так. Давайте я сейчас пока стату искренне сделаю. Пока, но... Я думаю, таким же составом будем играть дальше. Без изменений. Думаю, что схему тоже менять не будем.
Фух. С почином. Прикол. А что, эти идут, Амаль там, Миш? Нет, нет, они еще, во-первых, в матче. Я думаю, что в любом случае ничего не будем менять. Так же сыграем. Правда, сейчас у нас пинг будет похуже. Потому что мы в гостях с англичанами будем играть. Так что, возможно. Ну, в идеале так же сыграть, просто здесь все. Ну, возможно, чуть поаккуратнее с точки зрения прессинга. Так, сейчас подойду. Это он может поменять все, типа я на ФРВ, ты на пазель, ты не хочешь. Да без проблем, давай поменяемся. Ну, если Ваня придет, тогда я скажу ему. Папа разрешение спросишь, да? Так, все. Ставьте там пока схемы, поставьте. Сейчас.